Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6. Всем привет. Компания за Джейка и Шерри. Так что, в принципе, мы, возможно, уже где-то в конце, на подводной базе. Мы уже выпустили эту здоровенную неведомую штуку. И сейчас Крис с Джейком... Ой, как там звали? Ну, у нас Крис тоже проблем. С Пирсом. Да, с Пирсом воюют с ней. А у нас тут еще больше радости, я смотрю. Нужно пробраться туда. Окей, погнали. Куда ты пошел? Ладно. Сейчас такой Симмонс. Не ожидали? Нет, этот парень с бензопилой такой. Симмонс, гам, на! Я круче. Нет, смотри, Симмонс такой спрыгивает, такой. Че не ждали, этот мужик его сталкивает в лаву, да, такой. Это я! И потом... Нет, Симмонс спрыгивает, ну вот у нас свой. Симмонс спрыгивает такой, поскользнулся, упал. Че не успел сказать. Второй такой прыгает. Теперь я ваш новый Бо, и опять упал. Как с ним воевать вообще тут? Тут же узенькие дорожки такие. Возьми ее, меня отпусти. Да, ну на. Щикотно. Я думал, мы заденем. Так. Назад пути нет. Отлично, лава заполняется. Вот это классно они сделали, прям внушает. И пистолет такая достала. Ну да. А бы еще пилочка для ногтей. Ага. Ну, в принципе, бежим! Бежим! Давай, я справа от слева. Он за тобой пошел, ой, есть. А слева тут тупик. Там вроде спрыгнуть вниз можно, нет? Нет. Не влетело, ой, влетело. Так, он бежит сзади. Да. Давай прыгаем на счет три. Три! Ой, ой, ой. Ну, ой, еще повороты были бы более стремительные. Да нормально. Не могу сдвинуть ящик. Помоги, давай. Я не знаю, куда идти, Джек Шеп, а вот... Я просто... Ой, я к нему прибежал. Слишком тяжело. Капец. Мне кажется, это будет опасно. Ну давай. Эй, ты там не уснул, еще такой голос? Нет. Оба. А куда бежать? Куда бежим? Ура, ящики. Что бежать? Что с ним делать? Так, он к тебе идет, а нет? А нет. Не, я иду к тебе. Ты видел, он это свое. Яды. Дайте мне попкорна. Я ничего не скажу. Я буду молчать. И все. А, как вообще это уворачиваться? Нужно, похоже, прыгать назад. На этом месте надо. Забежать. Ты стреляешь? Ага. Потерянный человек. Так, комбинируем траву, кушаем. Когда он лаву набирает свою хваталку, это я тебе скажу, блин, ничего хорошего. Кстати, ты можешь просто как раз вот так же прицелиться, X нажать, и сможешь, наверное, вернуться то выстрел, когда присядешь, типа. Да. Опа. А, блин, заколебал уже. Смог. Так, вот это плохо. Что он делает? Он набирает лаву и сейчас будет ей бить по нам. Понятно. Не, он бежит. Он бежит ко мне. Я могу бежать просто. Так. Зря, да? Я думал, ты лаву упал. Я тоже думал. Ну ладно, что это нам дает? Ну, мы еще ниже, это твердая земля. Арена, короче, нам надо драться с ним. Все. Выхода отсюда нет. Только через его труп. А вот эти маленькие. А полосочки. Вот, смотри, можно вот отсюда. А нам не жарко? Не, нет. У тебя нет дистанционных мин? Да. Есть одна. Так что ж ты ее не взрываешь? Блин, а.
Капец, он опасный. Я поставил или нет? Я его поставил, оказывается, взорвал тогда. Сам не понял. Да тут все протекает уже, ну. Я горю. По нему. Офигеть. Вот это жаркий парень. Да, парень по-настоящему жаркий. Вай. Познакомься со слоником. Тебе понравится. У тебя такая отдача безумная. У меня вообще одна это. Один квадратик. Да, тут. Блин, он же поверх иду. Где он? Он тут. Если что. С него трава упала. Да, твою дивизию. Я поставил. Взрываю, смотри на него. Ну, чтоб... ты поблизости, я сейчас буду использовать. Опа, я что-то сделал. Я нажал что-то. Подожди, нам подлечиться нужно. Чек. Ну ладно. Я просто, он сзади меня был, и меня показали нажать R1, я нажал. Я оторвал ему руку. Что ты безумен? А у тебя не получилось. У меня не пистолета. Да офигеть, ну как такое убить вообще можно? Я выбираю у меня тебя. Тоже пистолет упал. Так, ну, мы с ним в рукопашку идем, нет? Пни мне пистолет. Нет? Он отпнул пистолет, ты видел? Ага. Давай, засомнись маленько. Иди сюда, говно. Кончится с панаком. Такой. Мобилка есть, да? Звони. А если у него ее дожмешь? ЗМ. Так, тут у меня какие-то кнопки. Блин. Тебя прикроют. Это невозможно. Ай, он мне сейчас голову взломает. Я понял. Короче, тебе нужно знать, что делать. Блок ушло. Это было блок. Че, у меня там по жизни, ты не видишь? А, по жизни... Нормально, то есть. В общем, замани его в центр. Отходи. Я так, отхожу. Этот ящик пролетает. Не задеваешь, что ли, вас или как? Вот, короче, справа налево от тебя пролетает, будет проноситься ящик. Я так понимаю, я должен его сбить как-то. Он должен находиться в центре. Ой, меня шатают. Вообще не понимаю. Сможешь. I can do it. Маршрут. А, понятно. Отходи назад. Так, отошел. Сейчас запущу. Ну-ка, давай. Ну иди к нему, давай. Ну. Пошло! Да почему он так побежал? Так, я не встану уже, похоже. Я нажимал то, что написали, но мне это ничего не дало. Да, видимо, у нас всего 3 попытки. Ну я по крайней мере понял, как драться, это не так просто. Да, я понял, что должен контейнером его сбить, но я тупо не попал. Давай, сейчас все будет. Угу. Я думал, мне дадут RPG. А я прикончил, да? Нормально. Я его шатаю просто, когда уже понял, как. Отбегай снова назад. Вот сейчас смогу контейнер в него отправить. Так, я отхожу. Вот. Ой, он промазал. Промазал, да? Вот где-то сейчас его держишь, там его и держи. Угу. Управляю контейнер. Бали. Такой миллиметражный, ты бы видел. Да? Ну он как бы его заденет, да, если что? Ну да, он должен. Не слишком высоко висит. Во! Отправляю! Блин, нет. По-моему, он прям. По-моему, я не понимаю просто уровень высоты. Или ты как-то его должен поднять, что ли? Вот, ну-ка. О! Просто чумачок. Ну шатал просто. Офигенно. Не знаю,
сдохнешь ты уже, а. Ящики, по-моему, вообще были бесполезны. Да, кстати. Чё это вот запугивал? О! Ну, я думаю, он живой. Это же Resident Evil. Так, вот увидишь, смотри, я тебе даю 99% гарантию, что сейчас мы будем убегать, и он вылезет откуда-нибудь, будет еще погоня за нами. 99%, что это будет так. Я жду. Фу, ну эта драка, она просто... Сначала он выбил из меня дерьмо, потом я из него просто... Все, все, что последние мамины пирожки из него вылетели. Сначала ты вроде как проигрываешь, но потом побеждаешь. Да. Там. Жена там. У меня нет оружия. У тебя тоже нет оружия? Да, он же все выкинул, наше оружие. У меня только электрошок. Джек Шепард. Ну и что там? Я вижу там рычаг. Джакузи нет. Какой-то, похоже, мотовоз. Да. А прикинь, ты такой вот один, тебе нужно уехать домой, и ага, ты не можешь уехать. А тут два рычага. И ты остаешься такой с работой. Оу, такой. Ох, офигеть. А вот это скоростя. Какие на нем путешествовали? Ну. Ох, офигеть. Ну я же говорил, но вообще это было предсказуемо. Старс. Ага. Похлеще будет, блин. Опять этот дебильный путь. Я здесь нажал. Нет. Нет, ты знаешь, как я ползаю. Я не умею ползать, а тут за нами такая здоровенная хрень. Я тоже. Хотя я уже вперед ушел в итоге. В прошлый раз просто заглючил, что-то помнишь, я там на тросе не мог подняться. И сел там. А сейчас нормально получается. У меня там просто кнопки были, ощущения местами поменены. И отвечали чисто секунду. Да-да-да. Так, я пришел. Я почти. Шерри. Шерри. Come on. Get to the chop. Fire. Give me the ice cream. Я ему мороженка сейчас в лицо ел. Опа. Но это все равно его не убьет. Ага. Так, ползем дальше. Давай, давай так молча сосредоточенно ползем. Офигеть. Мне опять ракурсы классно показывают. Ну, оба, оба. Везет. Просто забываешь. Вот это вот то, что спереди, я думаю, все-таки его унесет, нет? Не. Жму кнопку. Если бы это был Симмонс, то он бы просто вырос там до размеров Титаника. Вот этого туннеля, да, был бы здоровым червем. Я сижу, блин, сука, реально. Ова. Ты смотри, он еще держится, но... У меня FPS 15, наверное, я думаю, на скидку так. Ну да, где-то так. Че там происходит? Не знаю, там все красное. Он прыгнул? На такой скорости он еще вперед умудрился улететь. Игровые условности. Человек, о, пушка. Пистолет. Побыстрее, да? Быстрее, чем я. Я первее. Блин. Ну ты, конечно, промахнешься. Ну да. А вот. Это круто. Так. Я успел нажать. Я стрельнул. Чё, я просто долбил на R1. Чё, бессердечная ты тварь. Но...
все-таки умер. Это ж сколько надо было этапов сделать, чтобы его убить, да? Да. Прикинь, сейчас какой-нибудь тайной лаборатории штук 500 таких делают. И все, и будет. Ну да. Немного, но все. Руководит всем Симмонс, да? Симмонс, ты явно не умер? Да по-любому. Ну... Thank you. Thank you. Forever Friendzone. Хотя нет. Куда ты хрень вообще летит вперед, а? Ну, сейчас этот, там... Тупик, да, такой? Дорогу не достроили. Не тупик, а дыра такая в небо, и там и чурит. И об стену там, или об пол. Ну, это было круто, чё. Было классно. Но мне гораздо меньше понравилась эта компания, чем компания за Леона и Криса. Вторая самая классная, первая потом, и вот этот на третьем месте, наверное. А мне, наоборот, не первая сначала за Леона понравилась, но первая половина. Вот это вот как там в городе бегали. Ну, а потом, да, когда там... Когда там... Да нет, мне вот это не понравилось, потому что там под землей ползали, помнишь, там храмы были. Да-да-да-да-да. Вот там было скучно. В Китае так ничего, я помню, как мы там по очереди нас засовывал этот Минога в вентилятор. Компания за Криса, она более такая, как Call of Duty, но при этом, на удивление, под конец, когда там этот умирал, Пирс, да, собственной компании было жалко где. А тут, ну, как-то не знаю. Но здесь самая странная компания. Компания была с проседаниями местами. Ну. Когда он там на этом, на снегоходе катаешься по какому-то открытому куску мира, вообще как-то не продумано было. Все было как-то криво сделано. Ну, короче, было много крутых моментов тоже, когда там ты с голой жопой бегал по лаборатории, пока я пытался там найти, прикрывал тебя. Было ну, ничего такая, все равно. Resident Evil 6, по сути, он офигенный. Особенно, ну, именно в кооперативе. Одному, я думаю, скучно будет. А, ну просто уж совсем полностью идеальную игру сделать нереально, по-моему. Да, она офигеть какая насыщенная. Тут в каждой серии происходило там. На нас упал небоскреб, мы слетали на Луну, прилетели марсиане, там был потоп. Мы их захватили, да, и теперь. Да. И прошло еще 20 минут только. Короче, ну вот так, в принципе, ждем. Декабря? Ой, да, ну декабря. Седьмую часть вообще ждем. Да? Осталась да? еще компания за Эйда, но я ее не буду трогать в одиночку тогда. Раз в декабре будет та же самая компания, но... то есть ее в кооперативе можно будет пройти. Поэтому пока что подождем и вернемся. Сейчас у нас будет... как это называется? Послесловие опять ролик покажут что-то. А так, в принципе, прощаемся. Это было неплохое такое прохождение. Ну и все, увидимся. Джейк Уэскерс blood sample was handed over to the UN's leading researchers, along with 6 months worth of test results retrieved from Neo Umbrella's archives. With the data now in the right hands, things seem to be finally settling down. Following Jake's rescue, BSAA officials classified his relationship to Albert Wesker as top secret, recognizing the threat it could pose to global security. Я думаю, они вместе остались, потому что кресло свободное рядом с ней. И сейчас он усядется, и все будет хорошо. Happy end. В туалет ушел, что ли? Угу. Образцы ДНК спустить. А, нет. Ну, на связи, короче. Ну да. О, офигенный. Ну, учитывая, как он водит мотоцикл, я бы с ним не поехал. И обратно ставлю. Музыка ничего такая. Да. Вообще саундтрек здесь саундтрек. Саундтрек, как это будет, не запоминающийся. Ну да.
Ну и все, на этом заканчивается Resident Evil 6. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Увидимся в дополнении, которое выйдет, когда он там выйдет, в декабре. В декабре, да. Да, это было круто. Еще раз пока. Вон даже приз. Увидимся. Да, увидимся. Увидимся.